Королевскую вешенку? Ну нет, там как? Это, я ее повыращиваю, я просто не успеваю, потому что в основном занимаюсь там производством мицелия там, и выращиванием. А это все там выращивание грибов, это идет как бы вам сказать, как апробация просто мицелия. Я должен увидеть, что из этого всего происходит. Вот фактически на таком-то техническом моменте, вот сейчас вот оно так выглядит. Немножко сейчас проблематично и с кадрами, и с работой, понимаете, и тем более, что работа очень специфическая, нету такого человека, что приди сюда, сделай вот это, понимаете, это человека нужно как-то обучить, а он уже сразу, он ничего не умеет, а получается зарплату ему заплатить, ну как-то, вот не просто немножко в этом месте получается. Вот, то... А, не, там легко. Так я вот говорю, это все грибы, которые относятся к группе древоразрушающих грибов. Все полностью. Они прекрасно себя чувствуют на пеньках. И то есть любой посев, то есть независимо от того, будет это красное, будет это лимонное, будет это там королевское, будет это там P80, M5, они все принципиально, если просто их посадить, самое главное, на свежую древесину, то они все дадут грибы. И особенно обалденно будет, вот я, например, сейчас вот очень практикую, это весной я реально хочу просто, чтобы у людей это все получилось, у них они выросли, потому что это розовая вишенка, сейчас, одну секундочку, Руслан, ничего что? Значит, розовая вишенка, значит, выглядит вот фламинго, то, что называется, кораллово-красного цвета, просто фантастической красоты, и вот грибы... И тем более по относительно там древоразрушающих какие-то свойства, она намного, ну как, даже больше приемлема там или любит древесину там, и так дальше. Ну, то есть... Алло. Ну так, пожалуйста, это где-то вторник, там, скажем, а лучше среда. Да, потому что просто так, сейчас будут праздники, и сейчас эта почта непонятно как работает, и вот эти все, и тем более, что, ну, и праздники что-то садить, ну, не самое лучшее время, тем более такие, ну, да, все, до свидания тогда. Так, значит, сожалению.